Этот незатейливый припев в исполнении джазовой команды Бентега прозвучал вечером 5 июня на центральной площади города не менее 500 раз. Он как гимн бентежного шоу во славу мастеров жарокопчения гриль-бенда напоминал случанам, что мяса хватит всем. А если хотите, можете добавить в свой рацион и грибы, и перец, и рыбу с лимоном, и картошечку, и кукурузку. В общем, ешь и никуда не торопись. И получай удовольствие. А само открытие этой части праздника было тоже необычным. Официальное поджигание главного мясного барабана состоялось под уже знакомую музыку. Конечно, жаль, что мы не можем передать вам запах шашлыка и дым от мангалов. Без этого спецэффекта атмосферу, происходящую на площади, практически невозможно ощутить. И самое главное, все без очереди. То есть людей много, шашлыков много, пиво к 18:30 уже закончилось, а очередей нет. Потому что точек по продаже шашлыка примерно 2-3 на 1 квадратный метр. Где-то после 19:00 хорошо попробовавшие шашлыки словучане стали танцевать под хорошо знакомую музыку о том, что... А потом было караоке. Традиционно не всегда с идеальным пением, но
Народ хотел петь, а когда стемнело, публику стали развлекать специалисты по фаер-шоу. Они мясо не жарили, но с огнем справлялись очень смело и эффектно. В общем, подводя итоги праздника в субботу, можно смело утверждать, что в этот день победили шашлыки. Такого количества жареного мяса словечения давно не съедали в течение одного вечера. Как минимум 2 года. Хотя нет, наверное, еще больше. Этот день словечания запомнят надолго. И благодаря мастерам приготовления мяса на огне и джазовому коллективу «Бентега». В финале был традиционный салют, но заметили его не все. Не очень высокий.